Меня зовут Аня, а это мой кот Максим. Максиму почти 2 года. Его нам подарили друзья. Он очень игривый и умный кот. Каждое утро приходит в постель и будет своим боданием. Были сомнения, думали, будет очень злой кот, а на самом деле такой плюшевый, пластилиновый, постоянно с нами. Когда мы вечером уже смотрим сериалы, Макс лежит в ногах, потом, бывает, куда-то уходит и приносит в зубах веревочку, чтобы с ним поигрались. Об акции мы слышали от друзей, они принимали участие. И потом я увидела пост в соцсети, появилось объявление, что будет проходить 2-й раз этот конкурс, вот, потому что всем понравилось, все были довольны. Вот, и мы тоже решили с Максом поучаствовать. Решили принять участие в акции, чтобы попробовать данную марку корма. И если она подойдет котику, перейти на него полностью. Когда с Максом получили посылку, он первым делом полез в коробку за подарками. Там был корм, 2 упаковки по 800 грамм, подобранные специально для Макса, и 5 пачек по 200 грамм обычного корма, который нужно было раздать друзьям, у которых тоже есть коты. И также был еще один сюрприз, это мисочка Пурина и коврик. Мы подобрали корм с лососем и злаками. Макс рыбку любит, поэтому проблем с аппетитом не испытывал. Привыкание прошло быстро. До употребления корма проблем с пищеварением у кота не было, однако шерсть у Макса была менее блестящей. Я начала постепенно подмешивать корм к тому, который он ел постоянно. И к концу 2-й недели я подвела такие итоги. Макс кушал корм с аппетитом, пил много воды, шерсть его стала более гладкой и блестящей. С туалетом проблем не было. Также у него появилось много энергии, бегал по квартире, как скаковая лошадь. Вот, все его игрушки, даже мы, члены его семьи, были задействованы в играх. Вот. И к концу 3-й недели аппетит у него стал умеренный, но это не мешало пакету с кормом пустеть. Корма хватало нормы и, ну, в принципе, даже оставалось на следующий день. Результатом мы довольны. Определенно поняла, что Purina One действительно идет на пользу животному. Состояние Макса менялось в лучшую сторону. И хочу сказать спасибо Purina One за возможность поучаствовать в акции и попробовать данный корм, который стоит своих денег. Далее остаемся с вами.